Сегодня последние наемники покидают Африку. Выйдешь по побережью, а там на грузовом судне в Южную Америку. Ладно? I'll take the inland route. А я направлюсь внутрь страны, по дороге. Marco, that's a nice fight, as long Marco, as it lasted. Это была очень неплохая война, пока не «Последний наемник». В фильме также снимались Паскаль Петти, Жорж Риго, Сальво Базиле, Пьер Джузеппе Шуме и другие. В Рио? Да, сеньор, в Рио. Thanks. Another. Спасибо. Не за что. Сценаристы Ричард Феррер и Хулио Сальвадор.
не хочешь заняться со мной любовью? Нет? Отель Линкольн. Эндерсон. Кого? Эндерсон. Эндерсон. Завтра в 7 утра. Композитор Бруно Николаев. Оператор Хуан Гелпи. Режиссер Мел Уэллес. Thank you.
Прокатиться не хочешь? You want to ride the black horse over there? Хочешь прокатиться на черной лошадке? How much for a ride for this little girl here? Сколько за то, чтобы эта девочка прокатилась? How much? Сколько? Огонь не пускает, понимаешь? Thank you.
Мистер Андерсон. Спасибо вам за то, что вы приехали, мистер Андерсон. Мы несколько месяцев назад встречались с вами, связались и не понимали, что случилось. Я быстрее не мог приехать. В нашей стране путешествия могут быть затруднительны. Мы сделали все для того, чтобы ваш приезд прошел незаметно. Понимаете, есть разные интересы. Некоторые из них представляют себя в черном, да, они не хотели, чтобы вы приехали. Надеюсь, он с вами был не слишком груб. Мария, будь любезна, принеси мистеру Андерсону бокал вина. Мистер Андерсон, вы, наверное, хотели бы узнать, зачем вы приехали. Сегодняшний несчастный случай в шахте не был несчастным случаем. Это... Третий за последние 4 месяца. Мне нужно поставить 21-е важные грузы. И если я не успею этого сделать, я не смогу расплатиться за шахту. И кто-то не хочет, чтобы вы расплатились. Понимаете, тут люди, которые контролируют шахты, контролируют промышленность, политику. Последние 3 года их представители пытались купить все шахты. 3 года назад они пришли ко мне. Я не хотел продавать. Это было случайно. Потом произошел несчастный случай, авария, задержки. Мы сопротивлялись. Но нам пришлось расплачиваться за сопротивление. Кстати, мистер Андерсон, вы приехали одни. Я думал, будут другие. За вашу цену есть только я. Он нам не нужен, я говорил о себе. Нам такие, как он, не нужны. Как мы будем сражаться? Я калека. Рабочие наши хорошие люди, но они не солдаты. Они безоружны, а он профессионал. Он убийца. Я не хочу его видеть в доме. Отправляйся на кухню и проследи за тем, чтобы ужин был готов. You will have to excuse Maria's behavior, Mr. Anderson. Простите Марию за ее поведение, мистер Андерсон. Но если вы согласились остаться, мы бы смогли договориться о вашем контракте. Не знаю, согласится ли дама с вами. Она сделает все, что я скажу. Она моя жена. Ужин будет готов через час, мистер Андерсон. И вы хотите, чтобы я 1 месяц охранял рабочих и... Проследили доставку груза. И все за $1000? Маловато. Я ждал других людей, но они мне не в карману. Что вы предлагаете, мистер Андерсон? $1000 сейчас и 25% стоимости всего груза. Мистер Андерсон в своем праве, дорогая. Он будет рисковать своей жизнью, и он имеет право на премию. У него нет личных интересов в этом деле. Не так ли, мистер Андерсон? Я свои личные чувства с бизнесом не путаю. Well, мистер Андерсон. Прекрасно, мистер Андерсон. Договорились. Да, это Пико.
Anderson. Mr. Anderson. Perhaps the senor would like to see the country. Может быть, сеньор хотел бы осмотреть. My horses can take you there. Окрестности? Такие интересные места, мои лошади вас туда отвезут. Отличные лошади. Но почему ты всегда на меня так смотришь? How old are you? Сколько тебе лет? How old? Сколько? How old? Nine? Сколько? Девять? Eight? Восемь. You don't know. Не знаешь? You know, you're dressed like a little old lady. Ты одета, как маленькая старушка. Don't you know you're gonna be old soon enough? А ты не знаешь, что скоро состаришься? When you're 20, you'll be old. Ты уже в 20 будешь старухой. When you're 30, а в 30 like the women in the village. Ты будешь такой же толстухой, как все деревенские женщины. Hey, you wanna see your horse? Huh? Хочешь посмотреть лошадь? You wanna see a nice horse? Хорошую лошадку. I can draw a very nice horse. Я могу рисовать очень красивых лошадей. Хочешь? Смотри. Anyway. Лошадь? По крайней мере, видно, что это лошадь. Here, you keep it. Держи, можешь себе оставить. Нет, не нужно. You stay here, you understand? Оставайся здесь. Ясно? Чтоб с места не сходило. You men stay there! Don't move! Не шевелитесь! Я зайду с тыла! Ah!
А дónde vas? Los caballos. Van a matarlos. Куда-то. Они с лошадей поубивают. Подожди. Давид! Бросай оружие. These are the four main approaches and the five possible vulnerable spots that could be hit. Пять уязвимых пунктов. An additional man stationed inside the mine during non-working hours. Охранников. We should be able to keep the mine. Я думаю, при этом расположении охранников будет четверо, шестеро. Мы предотвратим все попытки саботажа. Люди должны быть вооружены. Да. Чем мы их вооружены? У нас старые винтовки охотничьи. Придется еще найти. 45-й калибр. Автоматы. С ними легко обращаться, они неприхотливы. Значит, будет опять оружие, опять стрельба. И скоро тут, кроме мертвецов, никого не останется. Если оружия не будет, то мертвецы все будут с вашей стороны. Закажите оружие. Все. 20 автоматов, 200 патронов на каждый. И наилучшие пожелания от лучшей исполнительницы танца живота в Йоганнесбурге. Давай посмотрим оружие. What's the matter? Don't you trust me? Ты что, мне не веришь? I see you're still the same, eh? Ты все такой же. You'll never change. Ты никогда не изменишься, Марко. Ah, for the good old days. Little honest spying, insurrections. Да. Coup d'etats. Шпионаж, перевороты. Революции. Падение правительств. Черт знает, куда идет мир. Вертятся страницы истории. Теперь революции такие не делают, как раньше. Никому революции не нужны. Вооруженные граждане, армия освобождения, народные фронты. Но никак нет революции. Что известно о наших ребятах? Мартин возит оружие в Кашмир. Там идет стрельба. Фредди в Штутгарте. Лелюш получил пулю, когда выбирался из Африки. Думает об... открыть бар в Париже, как Париж, очень французский город. А тут как? Все стало гораздо лучше с тех пор, как прибыло оружие. 20-200 патронов на каждые 2000 долларов, правильно? На, пожалуйста. Я надеялся, больше будет. 2000, так мы договаривались. А я надеялся, что больше будет.
Мне получше предложили. Кто, человек в черном? И я соглашусь. Don't tell me I managed to surprise you. Только не говори, что я тебя удивил. Нет, нет. Я просто подумал, как я сам не догадался. Может быть, с возрастом реакция становится хуже, Марко? Может быть. You really slowing down, Marco? Да, действительно, реакция не та. Can you make me a better offer? Ты можешь мне сделать лучшее предложение? Нет. Well, ну, I'm sorry. Тогда уж ведь жаль. Nothing personal, Marco. Лично против тебя я ничего не имею, но бизнес есть бизнес. Let's go, come on. Пошли. Would you mind coming over here, Mr. Anderson? Ты любезный подойти сюда, мистер Эндерсон. You see? Вот видите? Вы один. You have been betrayed. Вас предали. We now have the guns you needed so badly. Оружие, которое вам было так нужно, у нас, поймите, позиция ваша абсолютно безнадежна. Может быть, вы задаете себе вопрос, почему вас сейчас не убить и не закончить. Эта мысль приходила мне в голову. У мистера Стайнмана потрясающее чувство выбора стороны победительницы. Вы последовали его примеру. Это было бы... Нам очень полезно иметь одного из наших людей в стане оппозиции. How much are they paying you, Mr. Сколько они платят вам, мистер Эндерсон? $1,000 сейчас и 25% от цены груза. Тихо. Forgive them, Mr. Anderson. Простите их, мистер Эндерсон. They are not used to such candor. Они не привыкли к такой откровенности. We will pay you $5,000 for delivering the order to us. In addition, another $10,000 за руду, который пойдет прямо нам, и 10,000, если вы принесете все документы, купчую на шахту и контракты. Договорились? Мне надо подумать об этом. Tell your employer the guns were hijacked and the money stolen. Нанимателю, что оружие захватили, деньги украли. My men will come around. Вы сопротивлялись. I trust you'll make. Ваш внешний вид докажет, что вы все правильно сделали. Завтра мои люди придут за ответом. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Запомните, 25% от ничего – это ничего. А альтруизм в вашей профессии – совершенно ненужное качество.
это ганс, мистер Андерсон? Мистер Андерсон, вы привезли оружие? No, they hijacked the guns. Нет. Они отобрали оружие и украли деньги. And Felipe? А Филиппе? Его убили. You were lucky to get away. Вам повезло, вы спаслись. You better go inside and rest. Вам лучше пройти в дом и отдохнуть. I think I'll take a look around. Да нет, я, пожалуй, пойду осмотрюсь. И постараюсь что-нибудь придумать до заката. Разумеется, мистер Андерсон. Мистер Андерсон? Мистер Андерсон. Did you betray me? Вы не предадите меня? Пока нет. Somehow you always manage to stay alive, don't you? Как-то вам всегда удается остаться в живых. How do you do it, or is that a professional secret? Я пытаюсь сделать это. А профессиональный секрет у вас есть? First rule of the game. Ну как, первое правило – остаться в живых. Betraying people who trust you. А второе правило – предавать тех, кто вам доверяет, и кто же? Мой муж поверил вам. Сейчас еще два мертвеца, как будто я их убил. But I don't suppose that bothers you. По-моему, вас это все равно не беспокоит. Послушайте. Я эту войну не начинал. War, people get killed. На войне людей убивают. Much, you're no good to anybody after that. Если вы об этом не думаете, вы никому вообще не нужны. No, right. Это второе правило игры. It's a business. Убийство like – это не игра. Правильно, and это бизнес. Многие зарабатывают деньги, а потом покупают другие, чтобы они дрались за них. Потому что они старые и боятся. Но я согласен. Мне платят. Это третье правило. Первое. Вам предложили же большие деньги за то, чтобы вы отдали им шахту. That's all right. Ничего. You'll never live to collect anyway. Вы никогда не доживете до того, чтобы получить эти деньги. I'll kill you myself. Если вы будете против них, они вас убьют. А если вы против нас, я вас убью сама. Вы были, по-моему, против убийства. Очевидно, только тогда, когда это против ваших целей. Я должна освободиться. Я хочу цивилизацию. Мир. Чтобы я могла говорить с людьми. Я хочу уехать отсюда. Мне плевать, какую цену я за это заплачу. Так может быть, вас должен бояться ваш муж? Suffers. Thank you.
gun with you? Or is this a social visit? Это визит в личных целях? Или вы принесли с собой оружие? Я решил вам скучно одному. Вы ошиблись. Forget it. То, что произошло, забудьте об этом. I can't. Я не могу. It was hard for us. Нам было тяжело. Бедная городская семья. Sometimes I had to do many things I didn't like. Иногда мне приходилось делать многое из того, что я не хотела. Understand? Ты понимаешь? I understand. Понимаю. Then I met a man. А потом я познакомилась с человеком. Он был горным инженером. Я была молода. Он хотел жениться на мне и увезти меня в Южную Америку. Все это было столь романтично. Он привез меня сюда. С первого же дня я все возненавидела. Одиночество, невежественные люди. Мой муж был с Мануэлем, когда случилась авария. Он погиб и ничего мне не оставил. Мануэль был столь добр ко мне. Я лечила его, и он выздоровел. А куда мне было деваться? Ни гроша, никого знакомых в этой стране. Я умоляла Мануэля уехать отсюда. Он отказался. Он никогда отсюда не уедет. Ему надо снять шахту или убить его. Марко, увези меня отсюда, и я обещаю, ты никогда не пожалеешь об этом. I know what they want. Я знаю, что им нужно. They give you a lot of money for it. Они, наверное, предложили тебе за это большие деньги. Я помогу тебе, если ты увезешь меня. Мария. 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 You better get in the house. Возвращайся в дом. We were looking for you, Mr. Anderson. А мы искали вас, мистер Эндерсон. Нашли. Anybody hurt? No one. Они we'll get it fixed. Испортили. I want it working by morning. I think it's better to come with us. Собработало к утру. Вам лучше будет поехать с нами. Go on. Поехали. Он все еще жив. Get the doctor. Нужен врач.
Он умер. Did you know they were coming to kill him tonight? Ты знала, что сегодня его придут убить? Ты знала об этом? He's dead. Он умер. What difference does that make? Какая разница? Makes a difference to me. To you? Для меня это большая разница. How many have you killed in your life? Ты сколько убил за свою жизнь? Он еще один труп. Да, я людей убивал. В сражениях, на войне я убивал. Но я не убийца. Вы убили его. That's me, God damn it. Черт вас подери. He can't, Marco. Не, нельзя, Марко. He can't talk. Он не может разговаривать. Зачем вы его убили? It couldn't be helped. Ну, ничего было не поделать. Это действительно правда. What you wanted, you didn't have to kill anybody. Могли все получить и так. Без убийств. Это был несчастный случай. Не люблю я такие несчастные случаи. Неуклюже сработано. You hear me? Ты меня слышишь? You're clumsy. Ты неуклюж. What's the matter? You're deaf too? Он глухой? You're all right. Да не, не, слышь, что у тебя нормально. I don't like you. Не нравишься ты мне. Amateur. Ты любитель. In this business you don't kill anybody unless you have to. А в этом бизнесе убиваешь только тогда, когда это нужно. А тебе, может, это нравится? Maybe you're one of those who like it, huh? Может, ты из тех, кому нравится убивать. Anyway, stupid. В любом случае, это глупо. I could have got what you wanted, you didn't have to kill anybody. Не надо было никого убивать, я вам достал все, что нужно. Ладно, Марко. No, что было, то было. Do you think you can still get the paper? И нечего об этом вспоминать. Ты можешь там эти бумаги достать? Ну, давай. Let's go. Пойдем, пойдем. Talk to him. Поговори с нашим главным. Come on, Marco. Пойдем, Марко. Let's go see him. Пойдем, пойдем. Тебе надо с ним встретиться. You tell him. To take his hands off of me. Скажи ему, чтобы он руки убрал. Thank you.
kill the first man that moves. Убью первого, кто только пошевелится. Марко, не будь дураком. От тебя просят только поговорить с человеком. Добрый вечер. Вы что-нибудь ищете? Оёме, viste un hombre con una chaqueta de cuero negro? ¿Lo viste? Видел парня, девчонку? No, señor, de veras, no he visto a nadie. Нет, никого не видел, señor. No, seguro. Точно. Высокий. Claro. No. Нет. No lo he visto. Не видел. No sabe nada. Он ни черта не знает. Nada. No sé nada, señor, no sé nada. Я ничего не знаю, señor, ничего. No sé nada, señor, ничего не se знаю. Lo juro. Клянусь. Надеюсь, вы хорошо выспались, как рано. Hombre, you are a strong man. Здоровый же ты. Сильный? How do you feel? Немногие такое могут вынести. Как ты себя чувствуешь? Нормально? A little something to help. Я думаю, это поможет. Here, this will help too. Это, я думаю, тоже поможет.
You saved my life. Ты мне спас жизнь. Почему? I don't know. Не знаю. Anyway, it wasn't. В любом случае, это был не я. Девочка. I probably wouldn't have cared. Сам по себе я бы, наверное, не выдержал. Anyway. Thanks. Ну, в любом случае, спасибо. Is that all your life is worth? И это все? Больше твоя жизнь не стоит? Вы, американцы, думаете, even that. Что вы за деньги купите yeah. все? Да. I suppose и даже убить? Да. Anyway, I didn't save наверное. Your life for money. Это правильно. Но я тебя спас не из-за денег. You don't like them, huh? Просто I'm они sure тебе не like нравятся. You. Я не уверен, anyway, что ты мне нравишься. How can I hate them? Но I don't know that. Не знаю я этого. Are they good or bad? I don't know. Не знаю. I am not concerned. Меня это не беспокоит. Man, bad man, and that's the way things are. Ты нормальный мужик. I think нормальный, думаешь? Both Americano. Думаю, that's американец. Now you take Manuel. He was sure и хороший, и плохой. Вот Мануэль действительно был хороший человек. He never doubted. Да все были хорошие люди. Он в этом не сомневался. Why? Один раз он засомневался в этом. Trusted you? Почему? Потому что поверил тебе? Trusting you. Нет. You could? How do you know that? Он думал, что если поверит тебе, ты станешь хорошим. Because he gave you the papers. Откуда ты знаешь? Потому что он дал тебе бумаги. Because я if you stole them, украл. You would give them to the men for money. Если бы ты их украл, ты бы продал их за деньги. А почему я этого не сделал? Вот это знаешь, американец, только ты. Все в порядке, дорогая. Они уехали. Эй, ты! Неси бутылку сюда, быстрее! Put it on the mesa. Поставь его на стол! What's the matter, Freddy? Slowing down? Stop, Freddy!
Реакция хуже стала. Нет, я тебя ждал. As a matter of fact, I just ordered a fresh bottle. Я только что заказал свежую бутылку. Here it is. Вот она. I told you. Say, there's no reason why we can't be all friendly. Я тебе сказал. Почему мы не можем вести себя как друзья? I'm sorry about the ice. But you understand. Прости, что так получилось, конечно, но льда еще нет. Ты поймешь. Now, Marco. Ну, а теперь, Марко, бумаги у тебя с собой? So да. You give them to us? Отдашь их нам? And that's the end of it. Okay. Получишь so, деньги и все, I нет. We could talk to them. Я думаю, come to an agreeable price. Можно поговорить. Прийти к приемлемой цене, ну сколько? Right. 10-15 тысяч? Let's да. We can talk them into 30. Ну, what может быть, 30 тысяч. Well, договорились? Right. Нет. Что тебе нужно, короче? I'm going to collect my 25% of the delivery price. Я just получу 25% стоимости. And who's going to stop me? You and your cutthroat friend? Не выйдете из долины. А кто меня остановит? Ты? И твой дружок с перерезанной глоткой. Не будь дурачком. 30 тысяч наличными. Это отлично. Для всех, для нас. И ни с кем ничего не случится. Уже со многими случилось. Хорошо. Мы квиты. Ты двоих наших. Мы старика и двоих ваших. Нет. Еще на карусели маленькую девочку убили. Он прав. Ты действительно неуклюжий. Мне очень жаль, Марко. Но что делать? You, я бы на твоем месте it's bad for business. Somehow I'm not не проявлял таких сантиментов. Right. Это плохо для бизнеса. Дурак ты, Марко. Пытался я тебя остановить.
It is obvious after these last few days that we cannot go on. Да, мы не можем продолжать. Последние несколько дней. Вчера мой муж, сегодня невинный ребенок. Мой муж хотел оставить шахту за собой. Но я не могу позволить, чтобы продолжались эти бессмысленные убийства. Я сойду с ними, установим цену. Я все сделаю, лишь бы вы остались на работе. И чтобы все было так, как хотел этого мой муж. Я сделаю все, что могу, но у меня нет другого выбора. Может быть, есть. А мы думали, мистер Андерсон, вы уехали. I have something to say to the men. Я бы хотел кое-что сказать мужчинам. Say it. Говори. When Mr. DeLagos died, когда умер господин Лагос, he gave me this. Он дал мне вот это. For you. Это для тебя. I thought you were dead. Я-то думала, тебя убили. You thought? Думала. Or you hoped. Или надеялась, что так будет. Marco, what are you doing? Marco, что ты делаешь? Did you know that we're going to kill the old man? No. Well, that's something, isn't it? Mr. Anderson. Ты знал, что они убили твоего мужа? Do you know what this paper says? Мистер Андерсон, вы знаете, что говорится в этой бумаге? Yes, I do. Да, знаю. It says that man belongs to us. Тут написано, что шахта принадлежит нам, городу. The majority of it, 20%, belongs to the señora. 20% шахты принадлежит сеньоре. What does that mean? И что это означает? Это означает, that nobody can sell the mine without the approval of the majority. Никто не может продать шахту без одобрения большинства. Well, the other paper says все должны согласиться. You must deliver the ore within 2 weeks. Бумаги говорят, что руду надо будет привезти через 2 недели. Или вы потеряете шахту. А если мы продадим шахту, получите какие-то деньги. Некоторое время все будет мирно. Потом сюда приедут люди. Вас наймут, платить будут мало, испоганят все вокруг. А через несколько лет они из шахты все выкачают. Вам это известно? Это всегда так. What do we have to do to keep the mine? Что нам нужно, чтобы оставить шахту за собой? Сражаться. Can we win? Мы можем победить? I don't know. Я не знаю. We have to sell. Мы должны продать you шахту. See what they have done. If they want the mine, give it to them. Вы видели, что они сделали? Нужна им шахта. Отдайте. Зачем гибнуть в ненужном сражении? It is not useless to fight for what is ours. Это не бессмысленно сражаться за то, что принадлежит тебе. And you, Mr. Anderson? А вы, мистер Эндерсон, вы за что будете сражаться? За 25% стоимости груза. Та же договоренность, что была с мистером Лагосом. Вы будете сражаться с нами только за это. У вас есть план? We need more guns. Нам понадобится оружие. То, что есть, то есть. Tomorrow morning. Придется обойтись с этим. Значит, завтра утром, сеньор Андерсон. Do you know what you have done? Ты знаешь, что наделал? Threw away your chance to make a lot of money and get out of here alive. That's my business. Они могли остаться в живых и заработать большие деньги. Это мое дело. Тебе плевать на них? Для меня самое главное, чтобы со мной расплатились. Я буду молиться за тебя, Марко. Буду молиться, чтобы за тебя всех их не поубивали. Спасибо, они убьют тебя, Марко. Ты умрешь. В чужой стране, сражаясь в чужом сражении, вместе с людьми, которые даже не говорят по-английски. А потом, если тебе повезет, они похоронят тебя где-то в горах. И на надгробии ничего не напишут. Тебе это нужно? А что меня еще может ждать в жизни?
Легко все получилось. Конечно. Надо посмотреть. Thank you.
Прекратить огонь. Возобновить огонь. Came to see the slaughter. На резню приехала посмотреть, разумеется. Well, look around. Осмотрись. Ну, к черту. The money Mr. DeLagos promised you. Деньги, которые вам пообещал мистер DeLagos. What will you do now? Что теперь делать будете? I don't know. Не знаю. You're welcome here. Хотите, оставайтесь здесь. Отличное было сражение. Жаль, что оно кончило. Жаль, что ты проиграл. Но в любом случае они что-то заплатили. Лучше, чем ничего. Если вы готовы. Нет, нет. Вас некоторое время никто не будет беспокоить. Так что шахта останется за вами. В любом случае, я отправляюсь на Гаити. Там снова опять начнутся беспорядки. А кто платит? Никто не знает, но платит хорошо. You can stay here, if можете you want. Остаться здесь, если хотите. Oh, no, да нет.
There's nothing for me to do here now. Что мне теперь-то здесь делать? Take me with you. Возьми меня с собой. Why should I? С чего это? Celebremos-lo! La mina es nuestra! Ну что ж, отпразднуем! Шахта наша!